В Северном парке проходит немало интересных мероприятий. Это прекрасное место, живописный уголок нашего города, востребовано славянской молодежью. Фестиваль «Счастье быть молодым» – одно из ярких событий, которое вызвало интерес у поклонников современной музыки. В настоящее время рок-н-ролл рано списывать со счетов. Он по-прежнему жив и актуален. Об этом убедительно свидетельствует популярность этого музыкального жанра в молодежной среде. На фестивале песен открыла концертную программу рок-группа «Северный парк», исполнив как современные хиты, так и авторские песни. Зрители тепло приветствовали ребят. Для поклонников рок-группы и других одаренных исполнителей такой фестиваль очень нужен. Очень хорошо, что у нас проходит такой фестиваль. Он приносит нам очень яркие эмоции, счастье. Мы все улыбаемся, все ходим счастливые. У ребят очень хорошая музыка, у них прекрасные голоса. Они нам приносят просто удовольствие. Рок-группа свой первый концерт дала именно здесь, в Северном парке. За это время ребята сделали шаг вперед и выросли творчески. Мы сделали шаг вперед. У нас увеличился репертуар. Мы можем давать сольные концерты на 2 часа. Это место для нас значит очень-очень много. Тут был наш первый концерт. И потом мы с организаторами решили, что так и назовем группу. Вот. Поэтому, да, очень много эмоций. Это просто замечательное место, мы его очень любим. Художественный руководитель рок-группы «Северный парк» Николай Михеев доволен тем, что творчество музыкантов востребовано у земляков. Мы рады, что наконец-то в этом году мы снова здесь, потому что планировалось это еще в начале мая, но дожди нам тут не давали. И вот мы снова здесь, дома, в Северном парке. Вы правы совершенно, что наше название группы «Северный парк», оно связано с тем, что именно первое выступление наше состоялось вот именно здесь. Нас поддержала наша молодежка Славянского района, помогла нам обрести наших первых слушателей, дала возможность нам выступать. И теперь у нас уже достаточно такой большой график и опыт выступлений. То, чем мы занимаемся, это, конечно же, хотим прийти к авторскому репертуару, к чему мы сейчас и идем. На фестивале успешно выступили и другие молодые исполнители. Горячие аплодисменты слушателей были для них лучшей наградой за творчество. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».